Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте на странице 46 выполним задание под номером 5. Прочитай рассказ «Мудрой черепахи» и выполни ее задание. Удивительные факты о деньгах. О деньгах можно рассказывать много интересного. Например, в старину на Руси некоторые монеты можно было резать на части, чтобы дать сдачу или заплатить за товар. Вот было бы здорово, если с сегодняшними деньгами можно было бы поступить так же. Найди в дополнительной литературе, интернете другой удивительный факт о деньгах. Запиши, укажи источник информации. В Египте во втором тысячелетии до нашей эры пользовалась уже узнаваемая форма денег – бронзовые кольца, которые можно было легко носить, повсюду нанизав на обруч большого диаметра. Их ценность, если возникало сомнение, определялась простым взвешиванием. Источник информации – интернет. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.